Многие люди на юго-востоке Украины выживают благодаря помощи из России. Сегодня утром из Ногинского спасательного центра МЧС выдвинулась автомобильная колонна с очередной партией гуманитарного груза для Донбасса. В преддверии нового учебного года машины везут в основном школьные принадлежности. В Ростовской области к конвою присоединятся грузовики с лекарствами, продовольствием и горючим.